Всем привет! Я только проснулась. Сегодня я не пошла в школу, потому что первый раз я проснулась в 6 часов утра, и мне было очень сильно плохо. В моей голове сейчас крутится только одна фраза «Помогите, пожалуйста!» И я осталась дома одна. Кстати говоря, я не знаю, почему в основном любят снимать такие видео, когда болеешь, но мне кажется, это все потому, что когда мы заболеваем, нам действительно плохо, нам хочется какой-то поддержки, и каждый блогер должен увидеть поддержку в своих подписчиках, поэтому я покажу вам свое утро, когда я болею. Как бы сильно мне не хотелось этого делать, но нужно встать с кровати. В общем, на столе меня ждет записка от мамы, целая куча лекарств и градусник. Так, марточка в холодильнике, еда и все, что нужно для выздоровления. Больше пей, лекарства на столе. Выпей амиксин и полощи горло, померяй температуру и перезвони мне. Целую. Спасибо, мам. Когда я болею, мама всегда оставляет мне записки. Это очень мило и приятно, и плюс это мини-инструкция моих действий. Сейчас идемте на кухню, потому что очень сильно хочется пить. О, ты тоже только проснулся? Доброе утро. Я иду к холодильнику, чтобы посмотреть, что же мне все-таки нужно для выздоровления. А вот и моя полочка. Здесь моя любимая малина, лимон, имбирь, еда какая-то, но есть я совсем не хочу, поэтому возьму малину, лимон и имбирь и сделаю себе чай. Кстати, малину я обожаю, но думаю, съем ее потом просто так. А чай я сделаю себе с имбирем и лимоном. Кстати, какой чай любите вы? Я вот люблю чай с шиповником. Блин, это была бы не я, если б я не уронила хвостик от пакетика в чашку. У кого также, ставьте плюсик в комментариях. Закидываем лимон и имбирь. Честно говоря, когда болеешь, есть совсем не хочется. Хочется только пить и лежать, поэтому возвращаюсь в постельку. Чуть не забыла по инструкции, мне сейчас нужно выпить амиксин. Это таблетки от гриппа и простуды, пока... Честно говоря, я не знаю, чем я болею, но надеюсь, что они мне помогут. Так, легла. Как же без телефона? Так, где он? Вот. Что? 14:22? Серьезно? Я думала, что сейчас еще раннее утро. Вот, блин, почему, когда болеешь, на улице всегда очень классная погода, светит солнце, и хочется побыстрее выздороветь, потому что все гуляют, а ты сидишь дома. Так, ладно, это все лирика, возвращаюсь обратно в постель. Кстати, телефон, ну, когда болеешь, по-моему, это единственная связь с миром. Когда я болею, я люблю смотреть видео подобного формата. Кстати, вы их тоже очень любите, и на некоторых прям миллионные просмотры. Правда, многие из них какая-то театральная показуха. Я снимаю все реально, потому что действительно, когда я болею, я только лежу, пью и лажу в своем телефоне. И выгляжу я сейчас достаточно плохо, поэтому думаю, больше не буду показывать вам свое лицо. Так, народ, мне что-то все хуже и хуже, поэтому стоит позвонить маме и померить температуру. Съемки съемками, но у меня 39. Раскалывается голова и очень хочется спать. Мне нужно срочно выпить Нурофен. Это все. Если ты тоже болеешь, то скорее выздоравливай. Обязательно поддерживайте меня лайками и позитивными комментариями. И не забывайте подписываться на мой канал. С тобой была Марта Свит. Пока-пока.